что-то давно нет вестей из моего Казахстана. О, светлейший и вечный! Азм Жамат, как обстоят дела? Надеюсь, ты не всем по 42 тысячи раздал? Мы раздали столько, сколько смогли собрать от ЕСП. 65 тысяч граждан получили. Слушай, ты молодец. Собери еще ЕСП по 2600. Надо моим шакалам заплатить. А что с остальными делать? С врачами, самозанятыми, пенсионерами, инвалидами? Ты же у нас формально президент. Так и реши эти вопросы. Ты же не мебель, в конце концов. А если своей головы нет, смотри эфиры Облязова. Он же у нас умный. Но он уже 2 дня не выходил в эфир. А количество инакомыслящих в чате активист ДВК растет. Продли карантин, чтобы нищеброды не вышли на митинг. Отправь в их чат Нурботов. Они знают, что делать. Пусть мои псы круглые сутки преследуют активистов. На коронавирус все свалим. Все ясно. Будет исполнено.